В разведке мало кто верит в его существование. Его называют «зимний солдат». Ему приписывают больше 2 дюжин убийств за последние 50 лет. Две цели 6-й. Стоп! Что я сделал? Много чего. Программа генерирована в подсознании. Ему всего-то и надо было назвать чертов код. Товарный вагон! Гибнут люди, Бак. Этого нельзя допустить. Сомневаюсь, что я стою в том, что ты творил эти годы. Твоей вины нет. Это не твой выбор. И все же. Мои руки в крови.